Ой, сегодня у нас блинчики шеф-повар делает, да? Блинчики будем, ура! Еще по стариночке с маслицем смазывает, там яйца. Фаршировать, значит, будем, да? Да. Ой, молодец, я сегодня отдыхаю. Ой, да еще и песочком. Ну все, вкуснотища. Вот так вот раньше бабушки наши делали всегда. Да, только бы масло бы еще настоящее. Своей коровки. Вкуснятинка, блиночки. Фаршируем блинчики. Немножечко сделаем чаем попить. Помимо блинчиков сегодня еще и плов сделал вкуснющий. Вон какой. Отдыхаю. В общем, я сегодня отдыхаю от готовки. Сейчас обжарим и будем пить чаек. Пойдем заниматься другими делами на улицу. Вон какая туча там идет. Стороной пройдет или к нам притащится. Непонятно. Что-нибудь принесет опять. Либо снег, либо дождь. А на небе яркое солнышко светит. Но холодно, холодно еще на улице. Сегодня пока погода хорошая и пока еще можно, будем обрезать до начала сукодвижения деревья. Вот это вот яблоня, обязательно ее нужно приводить в порядок. Все внутренние вот эти волчки высекать, ветки, которые идут внутрь, и вообще ее сформировать очень трудно. Не умеем еще правильно формировать. Очень много литературы пересмотрели, видео, но попробуем. В том году ее немножко подделывали, в этом году сейчас пообрежем, что сможем. Вот эти вот средние все волчки удаляем. Все, они внутрь идут. Они нам не нужны. Вот эти все нижние побеги. Все, все. Нужно будет стволы, которые сухие ветки, высекать. Садовым варом замазывать. Вар есть. В общем, работаем. Ветки, которые внутрь идут сухие, которые секатором не можем, пилкой обрезаем. Сейчас варом садовым замажем их. Снизу все волчки, все лишнее убираем. Это у нас вишня. В том году первый раз, кстати, цвела. И ягодки даже были. Но на цвету всю заморозила ее. Были ягодки 7 штучек всего лишь. На крыжовнике начинают почки потихонечку набухать. На крыжовнике, на смородине, значит, скоро нужно будет обрабатывать. Через недельку займемся примерно обработкой. Это крыжовник сидит старый. Ягоды мелкие, но вкусные. Оставим его пока. Осенью высекли. И вот здесь за баней сидит у нас 4 куста ремонтантной малины. И осень была странно, резко у нас то дожди, то заморозки. В общем, не срезала вот эти побеги. Оставила под зиму. Даже вон, если присмотреться, ягодки остались. Вон, хватанула морозом. И мне сказали, поспрашивала, что можно не обрезать, что пойдет и снизу, и на этих побегах будет что-то. Но я сомневаюсь, они же все морозом побиты, поэтому сейчас тоже обрежем их под корень. Как вот на таких черных, на темных побегах может что-то появиться. Я сомневаюсь. Лучше мы сейчас все обстрижем. И отсюда пойдет зелень молодая, поросль. Хотя с ремонтантки получают 2 урожая в год. За сезон, вернее, не в год. И вообще она здесь сидит не на месте. Ее надо пересаживать. Здесь до обеда солнышко, а потом здесь тенек. Нужно куда-то ее пересадить и попробовать размножить от корня. Может, в этом году и попробую сделать. Но сейчас пока просто обрежем. Потом потеплеет, отойдет земля до конца. Подкормим, прольем препаратами определенными. Простимулируем ее, чтобы она быстрее выгоняла побеги молоденькие. В общем, обрезку плодовых деревьев сделали. И в ближайшие дни надо будет заниматься кустами. Начинают набухать почки на смородине, на крыжовнике. И нужно тоже их обработать, чтобы никаких болезней, никаких болячек не было.
сыро-сыро на огороде еще, не хочется лишний раз лазать по грязи, но снега уже нет практически, все. Хотя опять обещают снег, непонятно, что ждать, каждый день встаешь и не знаешь, какая погода будет. Сегодня хоть денек у нас выстоял. С утра солнышко вставало, и обычно к обеду опять погода портится. Но сейчас обед, по крайней мере, солнце еще светит. Остатки сладкие, так я называю этот салатик. Часто бывает так, что остаются какие-то продукты всего понемножку, но экспериментируем. Сегодня здесь рис, немножко колбаски, лук, огурец, яйцо. Майонезом смазали, все. И остатки не пропали, и салатик вкусный. Варю холодец, но вот захотелось нам холодца. Сейчас, правда, идет пост, и не нужно бы, но что-то решили все-таки сварить. Печка протопилась, не успела, значит, будем доводить до ума на газу. Сейчас отпускаю луковицу, я всегда кладу луковицу большую, не знаю кто как. И я добавляю лук и морковку. Морковку тоже не жалею, такую хорошенькую такую морковку. Сегодня бросила половину. В общем, будем доводить и кушать вредную пищу. Холодец. Я не добавляю ни лаврушку, ни чеснок. Чеснок добавляю уже при разделке. А вот сейчас, когда он варится, только лук, морковка и соль. Все. У всех, конечно, свои рецепты, свои секретики. Ну вот, мы делаем так.